Всем привет! Вы на моем канале. Мы Путь Надежды, рада вас приветствовать. Если вы не подписаны еще на мой канал, подписывайтесь. Буду вам рада. Конец июня уже. И скоро заканчивается школа. Вот я иду со школы сейчас. Сегодня пятница. Еще, наверное, в школе будет пару дней. И все. Каникулы, 2 месяца. Даник мой уехал. И я не смогу больше ходить на курсы английского. Вот. Hello. Потому что не с кем оставлять детей. Курсы английского закончились. Ну, еще, может, понедельник. Если еще будет школа. Даже не знаю, когда она заканчивается. Странно, тут школа. Во всех классах, во всех школах разный конец. Удивительно, как все просто в этом смысле было в Украине, когда в один день во всех школах, во всех классах заканчивалось и начиналось. А тут у одного закончилось, у другого нет. В одной школе закончилось, в другой нет. В таком же классе. Ну, в общем, очень странно. Плюс сын приходит все время, говорит, мы смотрели фильм, мы бегали. На следующий раз мы смотрели фильм, мы бегали. Такая интересная у них учеба в июне. Вот. Так что мы возвращаемся к нашему началу здесь, в Ирландии, когда обучения английскому не будет, школы не будет. Делай, что можешь, выживай, как можешь с детьми. Ну, в Украине же тоже как-то каникулы. По крайней мере, у меня в доме, в селе, как-то было нормально. Мы же, во-первых, на домашнем обучении учились. Мы все равно находились дома. Но спасал наш двор. Спасал, дети могли... На самокате уже, да? Привет! Могли дети, как бы... Большая территория, большой двор, плюс, извините, не знаю, что там говорят, плюс, что хотела сказать, поездки на море, там, все время на лето, в гости, к бабушке, такое всякое на море ты планируешь, и как-то вот так вот, лагеря обязательно, лагеря, мое детство прошло в лагерях, тоже. Ну, раньше, интересно, лагеря были на месяцы. Я уезжала на месяц, потом мне еще давали родители еще, типа, как второй заезд, я еще месяц. Сейчас лагеря на неделю. И никаких вторых заездов. Редко где найдешь лагерь. Он Джерелонади у нас был лагерь по 2 недели. Вот это тема. И это. И то с ночевкой, потому что здесь вот если дневной лагерь, то как в школу, получается, надо забирать там в час, в 2. Ну, такое. Так что будем как-то с детьми выживать. Я не знаю, мне надо учебу закончить. У меня заканчивается в августе, в середине, обучение по Ютубу. Я еще много не доделала. Вон, вчера один урок сделала, слава богу. У меня прям как мешок с плечей спадает, когда я хоть один урок прохожу. Там же долго надо эти видосы смотреть, конспектировать, делать домашние задания. Это же не просто там. Вот, я заплатила, что мне порядка $1000. Короче, так что учеба, я не знаю, с детьми мне еще тяжелее учиться. И зарядки, все, мне все с детьми, вот, что-то мне не идет. Даже в моем доме, когда мы на онлайн-обучении были, ну, у меня была моя комната. И это спасало там, когда дети спали. Я еще, мы вставали позже, не надо было рано вставать для онлайн обучения. Вот, и мы вставали, дети вставали там часа 9-10, я их начинала будить. А я вставала часа 7, как мы тут, как бы начинаем вставать в 7.
И то я их будила, и все равно продолжала еще свои зарядки, потому что они шли завтрак делать. Вот. Как-то вот налаженный был ритм, хотя я тоже и там тоже слеталась, не могла никак делать. Сложные отношения. Телефон новый, но никак все-таки камера или не настроена, хотя это все поклацало, покрутило, везде высокое качество поставила. Как-то картинка не такая идеальная, как я хотела. Может, надо другую камеру закачать, установить. Фух, под горку. Короче, сейчас еще буду учиться. Еще может что-то сниму. Ой-ой-ой, что тут сегодня? Что тут происходит? А небо, небо какое! С бахромой прямо. Что-то тут происходит сегодня. В прошлый раз был заплыв пловцов. Сегодня заплыв яхт. Ну что вам хочу сказать. Я купальник хотела. На улице 7 часов вечера. Но тут говорят многие к вечеру. Вот мои знакомые ирландцы, они почему-то приходят вечером купаться. Я решила сделать так же. Поэтому мы с Натальей у купальниках. Говорю, сделаем второй шаг. Аккуратно, Веня есть. Сделаем второй шаг. Хоть купальник оденем. Третий будет шаг. Хоть по колено зайти, что ли. И главное, что никто не купается, да? Ой, в общем... Главное, мы одели и взяли полотенце у Мора. Это, конечно, будет номер, если я вообще искупнусь. А так сидишь просто, мы идем дальше к площадке. А так просто сидишь, думаешь, конец июня, а ты сидишь у моря и даже искупаться не можешь. Сидишь в кофте, благо хоть не с капюшоном. Вот. А так, как-то так, странненько. Ах, Веня, Веня. Ты знаешь, как ходка классно на фоне все? Давай, фоткайся. Позируй. Я уже соломинка аж со смеху. Зара, чекай, чекай, я близко. Не надо близко. Ша якось позируй. То ж позируй. Я не умею позировать. Все, хватит. Все, все, покупались. Давай, иди. Мам, стой. Ты тоже купаться? Да. Не, стой, бо зараз соломи. Кидай. Ты все пропустишь. Чего у меня? Не кричи, люди подумают, что ты утопляешь. Я крутая вообще. Чуешь все? Эмма. Что? Опа! Мама, мне мешают камни. Что? Мне мешают камни купаться. О!
Аж на ногах. Чайки, не кричите. Меня хоть было видно? Бубль, три. Холодно опять. Встаю. Вот мое. Не, не все, подожди. Сейчас выйду. Вуаля. Приезжайте в Рей купаться. В середине июня. И не забудьте с собой теплые. О, сейчас я покажу. Сейчас надо показать свой хомут. Это ж хохма. Оп! Класс! Мама, пойдем со мной. Все. Купайся. Ух ты! Прям с головой! Ну мы крутые! Тихо, Соломика на песок полезла. Эмма пыталась. Соломика. Помоги, помоги. С тобой. Мама. А теперь с тобой. Давай, давай, давай. Да, давай. Придется повторить. Давай, Эмма, иди. Иди. С тобой, может. Мама, мы приехали. Сейчас активно размышляю по поводу зубов, потому что у меня передний зуб мой приклеенный шатается. И мне надо ставить имплант. Поэтому я всех тут расспрашиваю, чтобы как-то за что-то зацепиться, за какую-то информацию где-то. Специалист, чтобы сделать быстро, ну, как можно подешевле, естественно. Или же ехать в Украину делать, потому что там у меня мой хирург, но он аж в Киеве. Вот, один имплант у нас 500 евро стоит. Я уже рассказывала, что на два платежа надо делить. Вот это я размышляю сейчас, ехать ли. Но мне страшно ехать раз, во-вторых, детей оставлять надолго. Нет желания, цели. Вот. Плюс во время операции этот перелет, это тоже, короче, я за здоровье переживаю. Это тяжело все-таки. Длиннющая дорога, и это все в период операции. Ну, в общем, у меня очень много сомнений по этому поводу. Но я не знаю, за что тут зацепиться, чтобы тут сделать. Ну, давай, едь. Поэтому вот, вот такие у меня мысли. Если мысли все-таки ехать, то на конец июля где-то вот так вот планирую. Ой, это уже месяц осталось. Аж трепетно. Иду сегодня в магазин Дунс, как там называется. Вот. И мне дали какой-то еще купончик на скидку, там 5 евро или что такое. Пойду и спробую. И снова покупки. С появлением холодильника и морозилки у меня в номере мы подсели на всякие family
эти, ну, упаковки, короче. И стоят они там по 3, по 3,50. Вот это вроде бы 4. И там 20 морожен. Морожен. Так что... Сейчас открою. Ну вот. Такое нормальная порция. Вот это. С орешками я еще не покупала. Это-то... Такое маленькие порции, но сколько там на ребенку надо. Такое, такое. Ну, вот. 20 штук. И упаковка, конечно, такая себе. Вот мы брали... Вот такое брали, но, честно говоря, мне не очень понравилось. Не очень вкусная. Вообще вкус такой себе. Вон еще у нас старые остались. Вот так. Так и живем. Ну, так и самое главное забыла сказать. Пошла в этот магазин, потому что мне дали купончик на 5 евро. Я его использовала. И вот мне дали чек, что я 5 получаю. Получается, когда ты покупаешь больше, чем на 25 евро, я вообще-то не знала этого условия, не прочитала. Ну, тебе дают на следующий раз 5 евро скидку. В принципе, неплохая скидка получается. 1/4. 25%. Правильно я считаю? Ну, в общем, нормально. 5 евро с 25. Вот. Так что и тут срок еще где-то. Вот тут указан срок, до которого числа. Поэтому, в принципе, можно ходить, и цены неплохие. Не знаю, я не поняла, насколько дешевле или там дороже, я еще пока не поняла. Но на некоторые вещи как бы маленькие цены. Так что еще похожу пару раз, посмотрим, как мне понравится. Работница. Опять сегодня корабликов тут понаехало. Уже поближе. Вроде как. Бархатное небо. Хочется на нем попрыгать. Так много кораблика, да? Да. Все. Поехали дальше. Все. Угу.